Связист ТВ. Узнай новости первым. Муниципальные и бесхозные электросети в Нижегородской области возьмет на обслуживание МРСК. Об этом стало известно во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора региона Глеба Никитина и председателя правления ПАО «Россети» Павла Левинского. Простыми словами, на высшем уровне появилась договоренность о том, что все электросети, которые никому не принадлежат или находятся на балансе муниципалитетов, начнет обслуживать крупная компания-монополист ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Энергетики смогут обеспечить надежность и аварийную устойчивость всех электросетей Нижегородской области. Это, безусловно, даст эффект экономический и для потребителей с точки зрения качества услуги и ее цены. Для нас с точки зрения привлечения инвестиций чрезвычайно важно снимать инфраструктурные ограничения. У нас есть целый ряд центров питания, которые относятся к системе Россетей, которые являются закрытыми. Мы обсудили эту тему с точки зрения направления ресурсов в инвестиционную программу для реконструкции и увеличения мощности таких центров. Таким образом, все бесхозные муниципальные электросети будут в базе единого оператора, который будет контролировать бесперебойное электроснабжение всех жителей региона. Кроме того, муниципалитетам не придется тратить средства на обслуживание и ремонт электросетей. В Кстовском районе на бесхозных сетях за последние несколько лет происходило сразу несколько аварий в деревне Афонино. В этом году жители остались без света на целые сутки. Терпение лопнуло, и они перекрыли федеральную трассу. Эта история приобрела большой общественный резонанс. Специалисты управления по делам ГО и ЧС утверждали, что срок устранения аварии можно было существенно сократить, если бы сети обслуживали специалисты. Сейчас в администрации Кстовского района готовится конкурс на сдачу в аренду муниципальных сетей. Однако никаких распоряжений о создании единого оператора пока не поступало. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Евгений Кузьмин, Связист ТВ.